Социалистическая республика Вьетнам, протянувшаяся на 1750 километров к полуострову Индокитай вдоль Южно-Китайского моря, граничит на севере с Китаем, а на западе с Лаосом и Камбоджей. Климат во Вьетнаме муссонный и субэкваториальный. Лето влажное и жаркое, днем температура держится в районе 30-35 градусов, а ночью опускается до 25. В Ханое самый дождливый месяц август, а в Хошимине – сентябрь. Столица Вьетнама Ханой берет свое начало с 1010 года. Расположенный на берегу Красной реки, он переводится с вьетнамского как «город между рек». Сейчас в Ханое проживает более 6 миллионов человек. Первая вещь, которую по приезду шокирует, это трафик. Плотность движения в Ханое колоссальная, и достигается она в основном за счет того, что большинство ездят на так называемых мотербайках. Машины во Вьетнаме дороги, а вот приличный мотербайк можно купить за 1000 долларов. Нам сказали, что хороший мотербайк – это путь к сердцу вьетнамской девушки. Практически все девушки и женщины ездят в масках. Маски защищают от вони выхлопных газов, а также от загара. Белый цвет кожи считается атрибутом изысканности и красоты, и женщины специально отбеливают кожу. Точно так же длинные ногти у мужчин показывают статус человека. Дескать, я грязной ручной работой, хлеб свой насущный не зарабатываю. На мотербайках вьетнамцы перевозят все от кастрюль до младенцев. Езда по встречной полосе в порядке вещей, при этом никто никогда не раздражается. Достаточно сделать 2-3 коротких сигнала «пип-пип», означающих «это я еду», и можешь совершать любой, даже самый сумасшедший маневр. Плата за такую манеру водить – чрезвычайно низкая скорость. В час пик 3 км в центре можно ехать полчаса, а спидлимит на шоссе – 80 км в час. Еще одна вещь, которая затрудняет движение – это велорикши, на которых катаются в основном туристы. Коляски громоздкие и неповоротливые, и правительство всерьез подумывает о том, чтобы совсем запретить движение велорикшей по улицам Ханоя. Еще одна впечатляющая вещь – это деньги. Вьетнамская валюта сильно девальвирована, и обменяв небольшую сумму денег, сразу становишься миллионером. 10 тысяч вьетнамских донгов. Сколько это стоит? 10 тысяч вьетнамских донгов стоит 2 кроны. Что на эти деньги можно купить? 2 стаканчика разливного пива. Вообще такое впечатление, что улица – это то место, где вьетнамцы проводят основную часть своей жизни. На улицах готовят. На улицах едят. Делают педикюр. Торгуют в разнос. А дети занимаются на улице физкультурой. Вьетнамцы вполне активно отдыхают, и утром и вечером можно увидеть местных на импровизированных спортивных площадках. Tóc em từng sợi nhỏ.
rất xuống đời làm sóng lênh đênh. Trần Thuật, как вам этот наш спорт будущего? А вот озеро Хуан Кием в самом центре города собирает много отдыхающих, и местных, и туристов. Однажды мы попали на цирк под открытым небом на площади в самом центре города. Поздно вечером мы видели, как девочки в храме в Хуаяне занимались причудливой хореографией. А в 100 метрах отсюда на свежем воздухе гудит импровизированный уличный бар. Местные сидят за маленькими, почти что кукольными пластмассовыми стульчиками и столами, пьют дешевое разливное пиво и поют. Музыканты и певцы – обычные посетители бара. Мне рассказали, что они поют песни в основном из этого песенника, и многие читают по нотам. Это поет, собственно, сам хозяин этого заведения. Еще одно забавное развлечение местных – вслепую разбить глиняный горшок. Мы вам хайл!
Несмотря на то, что официально Вьетнам считается атеистическим государством, разнообразные верования и культы неразрывно вплетены в повседневную жизнь вьетнамцев. Самая распространенная религия – буддизм, который причудливым образом сочетается с культом предков, а также разнообразных обожествленных персон – от Виктора Гюго до Хо Ши Мина. Во Вьетнаме множество действующих храмов. Их можно увидеть везде – и в больших городах, зажатых между другими зданиями, и в деревнях среди полей, и далеко в горах, где есть пещерные храмы, существующие там много столетий. В последние 25 лет после перестройки во Вьетнаме наступил настоящий расцвет религии, и наряду с вновь открытыми древними храмами было построено множество новых. При многих из них живут монахи и монахини, которых можно узнать по коричневому цвету одежды. Некоторые храмы имеют библиотеки старинной религиозной литературы, которая, как и все связанное с религией, написана на китайском языке. В каждом храме есть несколько помещений, и в каждом из них по несколько алтарей. Они могут быть посвящены Будде, Бодхисаттвам, царям и героям древности, а также непременно должен быть алтарь предков. На этот алтарь кладутся приношения, среди которых обязательно есть пальцы Будды, что-то вроде больших лимонов с отростками, которые специально выращиваются для этой цели. Остальные приношения могут быть куплены в соседнем супермаркете. Коробки с печеньем, банки с пепси-колой и даже сигареты и спиртные напитки. Предкам ведь тоже иногда хочется расслабиться. Культ предков у вьетнамцев общий с китайской и другими азиатскими культурами. Почти во всех вьетнамских домах есть алтарь предков, где совершаются разнообразные обряды, например, в годовщину смерти предков. У них и спрашивают совета, и просят благословения. Подобные маленькие алтари есть в каждом магазине и кафе. Без них не будет удачи в торговле. Наконец, при храмах и прямо на улице стоят печки, где для того, чтобы умилостивить предков, сжигают фальшивые деньги и предметы роскоши, сделанные из бумаги. Например, маленькие айфоны, игрушечные машинки. Наряду с верой в буддизм и культом предков, жизнь вьетнамцев управляется множеством суеверий более повседневного плана. Например, параллельно с обычным календарем существует еще лунный календарь, определенные дни которого приносят удачу в начинаниях, а другие наоборот. Также любой вьетнамец хорошо знаком с тем, как влияет на характер год рождения человека по китайскому календарю и выбирает себе спутника в жизни в зависимости от года рождения. Христианство также имеет своих приверженцев среди вьетнамцев. Католицизм был привезен сюда португальскими миссионерами еще в 17 веке и окреп во время французского господства. Вот, например, храм святого Иосифа в Ханое. В Хайян китайские купцы-переселенцы привезли с собой культ богини Тиен Хао, богини морей и покровительницы моряков. Алтарь, посвященный этой богине, стоит в доме китайской общины Фуо Кьен, в старинном здании, больше всего похожем на храм. Тиен Хао всегда сопровождает два помощника-демона, один из которых слышит все, что происходит на море, а второй обладает столь же великолепным зрением. Благодаря им любой корабль, терпящий бедствие, будет услышан и увиден, и не оставлен в беде. Хотя моряков в Хайяне вряд ли много, потомки китайских переселенцев приходят в Фуо Кьен помолиться богине за себя и за своих родных. На карточках записываются китайскими иероглифами имена тех, за кого молятся, и эти карточки привязываются к огромным спиралям, сделанным из благовоний. Спирали подвешиваются под потолок и медленно тлеют в течение целого лунного месяца. Храм также исполняет роль ЗАГСа для местной китайской общины. В его шкафах хранятся записи о родившихся и умерших. Поэтому неудивительно, что в храме есть также алтарь, посвященный той, которая решает пол и судьбу младенца, в котором предстоит родиться. Ее имя Ван Тьен, ее окружают 12 небесных акушерок. Им приходят помолиться супружеские пары и беременные женщины. Для многих, если не для большинства вьетнамцев, основной источник продовольственных продуктов – это базар. На базаре можно купить буквально все, от самых причудливых овощей и фруктов разнообразнейших яиц живой рыбы и моллюсков Tình yêu nào vương mất.
Дождевые птицы. И собачьего мяса, которое считается очень полезным и даже повышает потенцию. Эти съедобные собачки вертятся прямо здесь под ногами. Но настоящим открытием для нас стал фрукт под названием дуриан, еще называемый королем фруктов. Запах его хорошо слышится с соседней улицы и легко просачивается через три целлофановых мешка и закрытый холодильник. В Сингапуре и Малайзии дуриан бывает запрещен в общественных местах. Основные ноты короля фруктов включают фруктовый, серный, жареного лука, масляный, вареной капусты, медовый, карамельный и суповой приправы. Хотя существует масса любителей этого деликатеса, особенно среди местного населения, много дуриана съесть мы не смогли. Хотя надо признаться, что чувство кулинарного обоняния дуриан нам, несомненно, обогатил. Ну а в жаркий день всегда приятно выпить освежающий кокосовый напиток, который всегда оказывается недостаточно охлажденным из-за толстой корки. А за $20 вьетнамский шеф-повар научит тебя готовить разные традиционные блюда, например, spring rolls. Вьетнамский куриный суп. Или колечки из кальмаров. В мой день рождения мы садимся в поезд и едем в Хоян. Исторический курортный город в средней части Вьетнама. Наш вагон набит под завязку. В нашем купе под нами вьетнамские бабушки, а над нами их взрослые дети. С днем рождения! Утро встречает нас великолепными видами. Справа от нас горы, слева обрыв и море. Если подальше высунуться из окна, можно увидеть безбилетников, сидящих на крыше поезда. Хоян внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, как прекрасно сохранившийся образец азиатского торгово-пропортового города. Между 15 и 19 веками Хоян был самым крупным портовым городом Юго-Восточной Азии. Из Китая и Японии сюда переселилось множество торговцев и их семей. В городе сохранилось много зданий, построенных китайскими переселенцами. В некоторых из них живет уже 15-е поколение одной семьи. Символ города – фонарик из шелка. Разноцветные фонарики здесь производят спокон веков. И ими увешаны улицы, деревья и входы в магазины и рестораны. Вот японский мостик, построенный переселенцами из Японии в XVI веке. Однажды в Японии произошло землетрясение, и мудрецы сказали, что оно было вызвано движениями огромного монстра, голова которого находится в Индии, хвост в Японии, а сердце в Хаяне. Чтобы пронзить его сердце и таким образом обезвредить монстра, был построен этот мост. На одном конце моста стоит фигурка обезьяны, на другом – собаки. Это означает, что строительство началось в год обезьяны и закончилось в год собаки. Хоян стоит на берегах реки Тхубон, которая медленно катит свои мутные воды к морю. Когда-то река служила транспортным средством для перевоза заморских товаров из порта и вверх по течению вглубь материка. Теперь по ней катают туристов. Вдоль берегов можно увидеть прячущиеся в тихих заводях рыбацкие лодки. Также на берегах реки построены шикарные курорты. Вот один из них – Винхонг. Винхонг.
В нескольких километрах от Хаяна расположены пляжи. Вдалеке виднеются острова Чам. Вдоль их берегов есть множество коралловых рифов. И туда возят туристов поплавать с маской. Хаян славится своей кухней, которая включает в себя разнообразные блюда из морепродуктов, некоторые из которых готовят только здесь. Например, белая роза – это что-то вроде красивых пельменей с креветками из рисового теста. Здесь множество портновских мастерских, а также другие ремесла, например, изготовление сандаловых палочек и духов, вышивка шелком. Мы побывали на экскурсии в деревне, где делают шелк. Нам показали все стадии развития шелковичного червя и даже позволили покормить червей собственноручно собранными листьями. Едят они с большим аппетитом, и поэтому кормить их надо каждые 2 часа. Когда у червей на головке появляется темное пятнышко, их пересаживают в рамки, где они превращаются в куколок. Куколки собирают, варят для того, чтобы убить находящуюся внутри гусеницу, и вручную разматывают шелковую нить. Из одной куколки можно получить шелковую нить длиной до километра. Шелковые нити снова отваривают в течение суток, чтобы они стали мягкими. Теперь из них можно ткать полотно. В нескольких часах езды от Ханоя, вблизи города Нинбинь, находится местечко, называемое Тамкок. Именно здесь снимался один из эпизодов известного фильма «Индокитай». Тамкок расположился на берегу реки Нгодонг и переводится как «Три пещеры». Пещеры называются Ханка, Хангуа и Ханкуай. Пещеры сквозные, образованные в известняковых скалах. Высота пещер не превышает 2 метров, и сампаны порой едва-едва протискиваются через 125 метров полумрака, стекающие с потолка воды, избегая столкновения с другими сампанами. Гребут в основном женщины, и в основном ногами. Сапа – это городок, расположенный в горной области на севере Вьетнама, недалеко от китайской границы. Климат значительно отличается от остальной части Вьетнама. Здесь в целом прохладнее, и зимой иногда даже выпадает снег. Туристы приезжают в Сапа, чтобы увидеть красивые горные виды и поближе познакомиться с местными народностями, которые по сей день ведут в основном традиционный образ жизни. Здесь живут несколько народностей – хмонг, тай, зяй и другие. Все они в разное время мигрировали сюда из Китая. Каждый народ говорит на своем языке и имеет характерные национальные костюмы. Особенно яркими и сложными бывают головные уборы женщин, по которым их и различают. Например, дао накручивают на голове алые платки с белой оторочкой, что делает их похожими на гномов, и выбривают виски и брови. Самая многочисленная из народностей – хмонг. Они же самые предприимчивые. Женщины зарабатывают тем, что служат проводниками для туристов. В остальное время ходят за ними по пятам с большими хардинами за спиной, предлагая купить традиционные вышитые сумочки, салфетки и кошельки. Многие из них неплохо говорят на английском, который выучили исключительно общаясь с туристами. Традиционно хмонги занимаются террасным земледелием. Узкие полоски рисовых полей ступеньками спускаются со склонов гор. Рис, который выращивается таким образом, не длинный, а круглый. Еще хмонги выращивают коноплю, из которой делают одежду, и растение индиго, которое используют для окраски одежды в чернильно-фиолетовый цвет. Вот как оно выглядит. Кажется, обычный кустик. В зарослях бамбука и манговых деревьев прячутся деревушки. Здесь живут небогато. Кажется, что эти дома мало изменились за последние столетия, разве что только электричество появилось. В каждом таком доме живет несколько поколений. Дети помогают взрослым, пасут буйволов, работают в полях, продают напитки на обочине дороги. У каждой семьи есть домашние животные.
Вот эту свинью сегодня будут резать. А эту собаку, возможно, тоже скоро съедят. Почти все хмонги едят собачье мясо, обычно в зимнее время. А вот деревенская школа, где учат на вьетнамском языке. Сейчас каникулы, и в школьном дворе пусто. Огромный плакат изображает Хо Ши Мина, повязывающего вьетнамской пионерке красный галстук. На стенах картины, изображающие, как пионеры совершают хорошие поступки. Переводят старушек через дорогу, помогают младшим. Бухта Халон – объект всемирного наследия ЮНЕСКО, одно из красивейших мест во Вьетнаме. Сами вьетнамцы считают ее восьмым чудом света. Бухта насчитывает более 3000 островов. На одном из них находится бывшая резиденция Хо Ши Мина. Вообще, Халон значит «налетающий» или «снижающийся дракон». Согласно легенде, защищаясь от неприятельского флота, вьетнамцы позвали на помощь дракона, который плевался в море драгоценными камнями. А те, в свою очередь, превращались в маленькие острова, преграждающие дорогу неприятельским кораблям. Острова эти состоят в основном из карста и известняка. Минералы очень подвержены действию ветра и воды. Некоторые из островов практически полые, со спрятанными внутри гигантскими пещерами. Пещеры эти в сочетании с вечно-зелеными тропиками и богатой фауной производят незабываемое впечатление. Вьетнам – страна, богатая историей и культурными традициями. И эта история и культура уникально передана в форме кукольного театра на воде. Этот эпизод отражает легенду появления вьетнамского народа от союза короля драконов и прекрасной феи. Танец с веерами, как, например, этот номер, характерен для многих азиатских культур. Буддийский ритуал в изображении кукол отдает дань религиозным традициям Вьетнама.